Старая деревня, КВ-1. 30% на победу. Играет 4, 5, 6 уровни. Так, ну здесь самое главное выбрать позицию для КВ-1. Еду я направо. Бой начинается. Есть там неплохое одно местечко, где можно потанковать неплохо. Вот едет Т-50. Т-28. А-20, ну как раз просветят. КВ-1 бы такую скорость. Главное, чтобы не заняли ту позицию. Но как раз с ней подъезжаю. А тут два камня. Так, я смотрю, уже немножко и минуса. Да, вот, собрались на той стороне. Целая толпа. Вот интересно, я сейчас на подъеме, только тут самое главное. О, как хорошо Хелка пошел. Вот. Тут получается, когда поднимаешься, башня еще становится под наклоном, и пробить ее практически невозможно. И не... буквально чуть-чуть влажу. Да, вот оно было сейчас. Ну, сейчас все равно кто-нибудь в эту прощелину попадет и... Вот, пожалуйста, Черчилль не пробил. Попал в саму башню, вверх башни. Но ему так ничего не удалось. Так, 3-1, мы проиграем. Ну, сколько? Пока 30% на победу. Так, я смотрю, они пошли в атаку. Ну, сейчас я гляну, что там у нас. Ага, тут я его не достану. Да, они решили полностью пойти вот так, но вот сейчас... Вот как хорошо. Да, вот тут тяжеловато споймать. Вот рикошет еще от Хелка-то. Да, арта сюда. Вот. Неплохо. Да. Не пробил. Я поспешил немножко с выстрелом. Ну что, еще вылезешь? Не знаю, где его споймать. Второй раз попробовал. Не пробил. Да и не пробьешь ты, наверное. Всю башню будешь постоянно мне попадать. Так, кто там? Ага. Я не возьму. О, как хорошо. Не доигрался один. А, еще РЛ у нас выходит. Ну давай, 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 давай. Он навряд ли не попадут. Кто там? А, слева, вот тут надо поаккуратнее. А вот и Черчилль выходит. Ох ты! Все-таки ж достала меня. Арта. Выцепила, что-то она осколочно фугасом хотела, наверное, сразу меня завалить, ничего не получилось. Ох, как хорошо Черчилль отхватил. Так, кто у нас там? Вот их Хелката тоже уже. Так, ну что, надо немножко Ареэла. Ну давай, спрятался. Сейчас я быстро ушел, ну как арта сюда пытается забросить. О, А-43. В наглую выходит. А, вот чуть-чуть. Да, убивает. Без урона. Так, ага, А-43 решает на меня напрямую. Так, это у нас А-43, 54% побед.
Ну ничего, зря он так, зря. Ну как хорошо его. Ух, так это... Это он решает голдой. Ну да, голдой, в принципе, мне хорошо пробивает. Давай, выходи, 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 выходи. Буквально чуть-чуть. Без урона. Да, конечно, у меня и двигатель поврежден, и бак. Кидает. Ну, счет уже нормальный. То у нас 90% на победу. То есть мы вышли из этого. Да, вот жалко, вот скорость. Скорости нету. Все, что мог, я уже починил. Больше комплектов ремонтных у меня нету. Да что у нас там? Две рты. Да, вот тяжеловато. Даже хочется еще кого-то подобрать, но скорости нету. А вот еще появляется. И ее просто сейчас расстреливают. И победа. В этом бою я получил знак классности 2-ю степень. Также непробиваемый получил заблокированную броней урона больше, чем прочность собственной машины. Ну, то есть протанковал и огонь на поражение. Также стальная стена. Получил наибольшее количество единиц заблокированной броней урона. Ну, тоже 1183. Ну, считаю, что нормально. Оттанковал. И победили. Наша команда победила. 16 тысяч серебра получил. Вот, и опыта насчитали 3816. Еще один бой на КВ-1 в Северогорске. 46% на победу. Здесь, в принципе, можно поехать и на левый фланг, и на правый. Наверное, скорее всего, поеду налево, там будет видно. Множество поехало на правый. Вот. Ну, тут, конечно, КВ-1 попал в топ. Играет 4-5 левелы. То есть есть большой шанс победить. Ну, посмотрим, как противник, какую стратегию поведет, что с этого получится. О, уже в засвете. И кто у нас там? Вот светлячок ПЗ-3. Сейчас главное, чтобы рта сюда не накинуло. Вот уже засвета вышел. Этого светлячка надо убирать. То есть не получилось мне поехать туда на левый фланг наверх. Я смотрю, здесь по центру многие решили М5 Стюарт. А кто у нас еще там? О, Малдер, а он что здесь делает? О, зря ты пришел сюда. Так, прячусь, кто сейчас точно накинет какая-то. Вроде бы отсветился. Так, эти за горкой. Так, где же ты там? А, о, выходит. Немножко надо было раньше. Ну ничего, потусуюсь пока здесь, по центру. Ну что, и так, пока на левый фланг вылезу. Вот уже и убрали эту.
Толку от меня точно никого. О, вот. ПЗ-4. Зря он туда вылез. Еще и даже гуслю ему под это. Да, смотрит меня не в засвете. Ну, еще раз, и ты полностью мой. Хорошо, зря он так. Так, что-то у нас Су-5. А, вот еще, смотрю, это прошли по канальчику, скорее всего, в нашей базе. Так, еще Т-34 там. Попробую его сзади, если успею. А нет, все, убрали его. Супер. Ну что, падаю я в канал. Ну, тут пока ничего интересного. Еду до второго моста. Сейчас должен быть по-любому засветик. Я уже практически возле их базы. А вот есть с левой стороны. Навряд ли я успею его взять. Он притом еще и за горочку. Все, его забрали. Так, еще четверо осталось. Вот, а тут арты немерено. Опа! Су-5. Нет такой больше. Так. Еще должна быть где-то. Ох, как хорошо. Так, пока не полюсь на саму базу ихнюю, не захожу. Чтобы не знали мои намерения. Так, ага, все, осталось две арты. Так, где ж ты еще? Не светясь. О, хорошо, засветил ее. Вот, сводится, да? Оп! И нет такой. Так, остается последнее. Так, я смотрю. Стали брать базу. Хотя здесь спокойно можно было. Времени достаточно. Ну, не знаю, может, я успею. Где-то вот здесь вот она должна быть. Так, сейчас стереотруба включится. Не засветил. Ладно. Еду дальше. Да, неплохо было бы сейчас и третью оттуда. А, вот она. Так, 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 так. А, находится за этим. За скалом. А? По базе своей выстреливает. Осталось 20 секунд до победы. Ну, практически могли бы и выйти. Не стоять там. В принципе, один раз попадание и все. Да, уходит за света. Кировочка работает. В принципе, я вот как близко, я не засветился. Ну все, 2-1. Все, я не успел, но победа за нами. В этом бою я получил знак классности 3-й степени. Также огонь на поражение нанес противнику. Дофига урона. И в топе. Конечно, много не набил, но зато мы победили. Заработал почти 15 тысяч серебра. Опыт экипажу. Да, 2000 получил. Ну все, если вам понравилось, нравится такое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.